Мої вітання в прямому ефірі. Тема дня. Я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про ситуацію на державному підприємстві Миколаївський суднобудівний завод. Завод, котрий донедавна називався імені 61-го комунара. Найстаріше підприємство Миколаєва, найстаріше підприємство суднобудівне в Україні. Його ще називали колискою Миколаєва, тому що саме навколо нього Миколаїв починав будуватися. Багато років переживає серйозні проблеми це підприємство. Про те, які є перспективи у нього у вирішенні цих проблем і для розвитку подальшого, сьогодні говоримо із генеральним директором державного підприємства Миколаївський суднобудівний завод Валерієм Калашніковим. Я вітаю. Як завжди, ми готові приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 47-7472. Будь ласка, телефонуйте, якщо є запитання, побажання, думки з цього приводу. Ми будемо працювати ще приблизно 22-23 хвилинки. Перше запитання логічне. Ви прийшли на цю посаду трошки більше півроку тому. Можливо, необхідний певний термін для того, щоб з одного боку розібратися, з іншого боку якісь напрацювати плани. Оцініть, яка ситуація на заводі була і є, і про плани, перспективи потім вже продовжимо. Мне это особо не надо было вникать в ситуацию на заводе, я ее прекрасно знал, потому что я на этом заводе отработал там 22 года от помощника строителя до главного инженера, поэтому мне было очень просто войти в коллектив. Тем не менее, ситуация на заводе, она была сложная. Сейчас есть надежды на улучшение этой ситуации, но тем не менее, всем известно, что существует на заводе огромная задолженность по заработной плате. Она сформирована не сегодня, не вчера, не позавчера даже. Это длительный процесс. Это связано с тем, что на заводе многие годы, десятилетия отсутствуют государственные заказы, в том числе оборонные заказы, совершенно отсутствовали. И с 15... можно лишь задавать ремонт кількох кораблів, так, для... Министерство обороны. Да, но это же не госзаказ. Это как бы, да, это ремонт государственных кораблей, но это, по большому счету, это не государственный заказ, который там определяется Держоборонзамовлення в начало года, планируется и так далее, и так далее. Мы плюс с 15 года остановлено финансирование ракетного крейсера «Заказ-2011». На мой взгляд, это не то, что на мой взгляд, это реально как бы за эти годы, с 15 года по сегодня, у нас завод понес факт затрат более 85 миллионов. То есть мы за свои собственные средства, заводчане на сегодня, при отсутствии договора с Министерством обороны, они выполняют работы по обслуживанию и содержанию этого крейсера. Это не просто, как кто-то может подумать, там, это вот он стоит у стенки и стоит, и все, и мы там вокруг него ходим. Нет, совершенно не так. Это в зимний период, это закупка там, дизельного топлива, это запуск котла, это запуск системы кондиционирования, там, создание микроклимата, несение охраны, вахты и так далее. Мало того, не только наш завод, но и южно-турбинный завод, Рямаш проект, участвует в работах по проворачиванию главных механизмов и так далее. Это Николаевское предприятие «Аэро». Они добросовестно несут свои обязанности так же, как и мы. Мы, к сожалению, им не платим, потому что они платят нам Министерство обороны. Таким образом, сформировалась вот эта вот задолженность по заработной плате, которая, конечно же, вследствие чего и возбуждены исполнительное производство, исполнительной службы и наложен арест на майно нашего завода. Тем не менее, вот с начала этого года нам удалось, к коллективу нашего завода, удалось провести несколько ремонтов, в том числе и боевых кораблей военно-морских сил. Мы закончили ремонт двух ракетных артиллерийских катеров, это «Акерман» и «Бердянск», они уже покинули территорию завода. Ракетных чьи бронированных артиллерийских? Бронированные артиллерийские катера, да, совершенно верно. Так называемые «баки».
которые были построены на заводе «Остров» на Рыбальском. И вот они были приняты на вооружение в 2016 году, и вот пришли к нам на завод, на первые регламенты. Ну, модернизованная «Гюрза». Да, модернизованная «Гюрза», совершенно верно. Кроме того, мы выполняем ремонт для государственного предприятия «Дельта Лоцман», для государственного предприятия «Госгидрография». Уже второе судно мы в пятницу приняли в док. Впервые вот за 3,5 года наш док пошел на яму, мы приняли первый пароход за 3,5 года. Опять Со же, Святого Ольга? Нет, это не Святая Ольга, это большое гидрографическое судно в госгидрографии. Святая Ольга пока стоит у стенки. У нас просто є сюжет про її захід. Я хочу якраз принагідно нагадати нашим глядачам, як виглядає, тому що ну, зрозуміло, що більшість з нас в курсі. Але так вже рідко, на жаль, останніми роками це в нас трапляло, що, я думаю, зараз ми покажемо все ж таки, як відбувається розведення мосту, там, ну, хоча б одного інгульського, і потім продовжимо. Останні приготування відключають тролейбусні лінії. За цим спостерігають городяни. У призначений час проліт мосту почав підніматись. Спочатку секцію підняли до звичайного рівня, потім підняли максимально. Іржа та пил свідчать, так широко міст не відкривали давно. Науково-дослідницьке судно «Свята Ольга» у довжину 112,9 метра, ширину 17 метрів. Висоти мосту для проходу не вистачило, було зламано дві антени. Миколаївці спостерігали за проводкою судна. Тут були і ті, хто затримався через розведення мостів, і ті, хто прийшов спеціально подивитись на судно. Да, ми прийшли спеціально, тому що діти хочуть. Ні, то не бачили, але от тут корабль, який воєнний проходив. А це ж зовсім другий. Мені понравилось лично. Ну, тільки жалко довго стояти. Ну, інтересно, Ніколаєві, що з тобою робить? Як-то так. Правда, що з ним будуть робити, більш цікаво. Кінцевою зупинкою для науково-дослідного судна «Свята Ольга» стала акваторія Миколаївського суднобудівного заводу. Одразу невеличке уточнення, якщо я не сказав наш гість, це навчально-тренувальне судно. І що з ним робитимуть, ще поки що, я так зрозумів, складно сказати. Поки що рішення не прийнято до судовладельцям, це інститут інфраструктури транспорту і технологій київський, вони зараз приймають рішення, о, яке буде фінансування, що будемо з ним робити. Ну, ви ще не почали перераховувати замовлення останнього часу, дійсно, після тривалої перерви. Да, я вот рассказал, что мы сделали, для кого мы уже выполнили ремонт и для кого мы их сегодня выполняем. Я вот от всей души благодарен просто вот и Василию Поподгорному, и Александру Голодницкому, и командующему военно-морских сил, товарищу Воронченко Игорю Санычу, за то, что они вот просто взяли и поверили. Потому что ну, очень сложно было. И я понимал их абсолютно, что столько лет завод ничего не делал. И тут взять и поверить, отдать деньги, отдать по пароходу в ремонт. Спасибо им огромное. Мы выполнили эти заказы. И на этот год мы планируем еще с командующим как минимум три ремонта военно-морских сил. Это два корабля Юрия Лиференко и Прилуки. И десантный катер «Сватове», который уже находится на заводе. 14 числа, вот буквально в четверг, будет нарада в Киеве, где будет подписана мировая угода. Я очень на это надеюсь. У нас уже все расчеты сделаны, и мы приступим к выполнению
о ремонтных работ на десантном катере СВТВ, который уже находится на территории предприятия. Вы задали Олефренко, это колишний средний десантный корабль «Кировоград». Точно, да. Я задав, что вы керували Чорноморським суднобудівним заводом, да, когда его ремонтировали минулого раза. Да. Є вже замовлення, плануєте нові. Я добре пам'ятаю, що кілька років тому за борги відключили електроенергію на заводі. Як зараз із цим? К сожалению, когда это произошло, на заводе тотально были вырезаны кабельная продукция, обесточены крановое грузоподъемное оборудование. Сейчас мы этим занимаемся, вкладываем то, что можем для того, чтобы может, это восстановить. Может, для чего и бурги накопичили, чтобы можно было вырезать? Ну, может быть, да. На сегодня у нас, благодаря нашим коллегам из Херсонского завода имени Малышева, мы ХКБМ, мы подписали с ними угоду, и до конца года у нас закрыт вопрос по электроэнергии. Мы четко рассчитываемся за потребленную энергию с Николая Облэнерго. Все вопросы сняты в этом плане. И я уверен в том, что мы к концу года выйдем на тот уровень, когда сможем уже сами платить по всем долгам, которые у нас есть на сегодня. Борги і зарплати, про які ви згадали, почали накопичуватися, якщо не помиляюсь, з листопада 2014-го. Точно так. Перед тим, за кілька місяців, вони були погашені, ті, які на той момент були, потім знову почали накопичуватися. По-перше, яка зараз сума, бо було вже більше 60 мільйонів, разом із тими, хто звільнився, боргами звільнили. Така сума і є, поки нам вдалося в цьому році згадати. Текущую там зарплату всему заводу заплатить январь-февраль. Сейчас готовим март месяц выплату. Но це якісь кредити чи завдяки ремонту? Це не кредит, это наши заработанные деньги, не кредит. На сегодня, да, понятно, задолженность, она очень велика. И Укроборонпромом принято решение на наблюдательном совете, который состоялся в эту пятницу, вот прошлую пятницу, я думаю, что завтра, послезавтра предприятие начнет постепенно погашать задолженность по заработной плате прошлых периодов. То есть это будут транши, к сожалению, они не будут очень большими. Я надеюсь, там это будет там, 3, 4, 5 миллионов по месяцу. Каждый месяц постоянно будем гасить задолженность по заработной плате. К сожалению, сегодня на заводе соотношение общего количества сотрудников, которые насчитывают 550 человек, соотношение производственных работников и обслуживающего персонала, мягко говоря, неадекватное для судостроительного предприятия. Поэтому мы сейчас над этим работаем, принимая по мере необходимости основных производственных рабочих и сокращая, как бы там ни было, ИТР-овский состав и обслуживающий персонал, который у нас есть. Ну, от начебто в процесі чи в бажанні благородному повернути борги і зарплати виник конфлікт, коли виконавча служба запланувала продаж частини майна, території і будівель заводу «Правий берег», так, ну, відомий. Але ну, і завод, і «Укроборонпром», керуюча компанія, державний концерн «Укроборонпром», виступили проти таких дій, що вони є незаконними. Ну, ці дії виконавчої служби, вони просто являються незаконними і все. Поэтому мені непонятно вообще, зачем это было сделано. Я могу об этом догадываться, но это ж мои догадки. На сегодня предприятие... Вы имеете на увазі, що когось зацікавилася територія? Безусловно. Заинтересовала эта территория и исполнялся какой-то определенный там действие в этом направлении. На сегодня предприятие входит в списки неподлежащих приватизации. И в 2015 году предприятие признано стратегического назначения. Стратегического назначения. По законодавству, подтверждено, по законодавству не имеет права никакая исполнительная служба, невзирая ни на какие аресты, трогать ЦИК, целостный имущественный комплекс, задействованный в производственной программе. Не имеет права. Они себе это позволили сделать, поэтому совершенно справедливо военная прокуратура Николаевского гарнизона подала иск в суд. Иск принят. Сейчас мы ожидаем, когда будет первое судебное заседание. Укроборонпром обратился в Министерство юстиции.
в центральный офис в Киев. И насколько я проинформирован, Минюст истребовал исполнительное производство от нашей исполнительной Николаевской службы к себе туда, и там продолжаются разбирательства. Мы, безусловно, не допустим этого абсолютно никоим образом. Мы понимаем, что эта территория, которая сейчас есть в заводе, в нынешних условиях, и просто вот технологии ушли так далеко, что вся эта площадь, она просто нам, ну, нет необходимости для складских помещений огромных и так далее. Мы занимаемся этим очень четко, планомерно, всем понятно. И результат мы скоро увидим, мы будем как-то минимизировать наши площадя. Вообще, как бы идея, которую мы закладываем вот в наш, в первую очередь, там, левый берег, это создание единого центра по сервисному обслуживанию, ремонту, модернизации судовых кораблей военно-морских сил Украины. Мы с командующим нашли общий язык, он нас понимает, мы его понимаем, мы понимаем его потребности, и мы хотим здесь сделать эту базу, чтобы мы могли спокойно, и он был уверен в том, что в любую минуту он мог обратиться к нам, и любые ремонты бы выполнялись. Учитывать, что база сегодня в Одессе, сложности у них там со складскими помещениями, совершенно отсутствуют эти все вещи, у нас позволяет это все сделать, на должном уровне разместить, есть у нас для этого все дозволы, все регламенты и все, ну, все прочее. Ну, то есть мы готовы. Інколи Чорноморськ, Ільчівськ колишній отримує великі замовлення. Я думаю, у них теж інфраструктура не порівняється з нашою, навіть Гетьман Сагайдачного ремонтували. Ви говорили, що не вперше, якщо я не помиляюсь, були спроби продати саме правий берег. Я розумію, що ми можемо лише припускати, що це когось цікавить, але це не примиренна позиція вашої Укрпрому. Непримиренна позиція нашого Укрпрому. З приводу переліку стратегічних, які не підлягають приватизації. Ви працювали і на приватному заводі, ну, починали, знову ж таки, на цьому, ще імені Чотисідного Комунара, потім на Чорноморському приватному, потім повернулися сюди. Є, звичайно, приклади приватизації дуже успішної. Ну, не знаю, напевно, певний час океан демонстрував результати успішної приватизації, принаймні, коли голландці його приватизували. З іншого боку, є завод ваш, нинішній. Чи може бути державне підприємство ефективним? Що для цього необхідно? Від багатьох людей це залежить. Може бути ефективно. Це моє глибоке убеждення. Діло в тому, що, смотрите, якщо взяти навіть американські верфі, от, да, строять, навіть там атомні авіаносці, підводні лодки, строять на частних верфях в тому числі. Но все ремонты, все модернизации происходят на государственных верфях. Вот так принято, так заложено. Американские державные предприятия эффективнее, добрые, погоджусь. У нас еще для чего? Чего для чего не вистачает? Знаете, что для этого вот не достает? Это очень видно на примере нашего ракетного крейсера. Вот очень четкий, явный пример. Вот смотрите, вот какая ситуация. Там ноябрь 2015 года. Есть решение Рады национальной безопасности Украины о проведении демилитаризации ракетного крейсера. В декабре президент Петр Алексеевич Порошенко подписывает указ, соответствующий о проведении демилитаризации. То есть на початку 16-го про це оголошує Вячеслав Вонь. Да, точно так. Мы говорим, там написано четко, разработать проект, кому провести демилитаризацию. Все ясно и понятно всем. И только лишь в 2017 году, представьте себе, два года спустя, вдруг на заседании Кабинета министров возвращают эти все документы, то есть всю постанову возвращают назад и отдают ее назад на эту доработку. Непонятно совершенно, абсолютно. Есть же определенный, то есть абсолютно не работает вот вертикаль, понимаете? Ну все ж просто. Влітку минулого року прем'єр-міністр, відповідаючи на запитання, сказав, що як це можна взагалі подумати, продавати корвет, який будується. Ну, слушайте, просто прем'єр-міністр, судячи з усього, не в курсі, який корабель будується, який недобудований, і про що йдеться. Сам процес, який відбувається вообще в военно-морских силах, і що вообще в этой постанові, що там вообще написано, що таке демілітарізація, надо хоча б понимать. Демілітарізація можна йти двома путями. Можна взяти ствол пушки, обрізати і вибросити, і вона вже демілітарізована. Но Міністерство оборони проделало огромную роботу, военно-морскими силами в тому числі. Указаны
попозиционно, что демонтируется, что передается на военно-морские силы, на какие корабли монтируются, все ясно и понятно. Вот это все там, что рассказывают, какие-то он там еще рассказывал о том, что там какая-то коррупция в чем-то, непонятно. Вот я не понимаю, Россию что хотите происходит. Продать. Ну, слушайте, ну, если они хотят... Романов, ну... Романов сам на него смеялся на той момент, генеральный директор Укрпрому, але зрозуміло, що просто там, ну, лева нога не знає, що права рука робить. Как только, вот мы очередную, вот уже я стал генеральным директором, мы подготовили очередную постанову, совершенно выверенную, правильную, которая вот, ну, на мой взгляд, она единственно верная. Она попала в кабинет министров, и она вернулась 2 недели назад опять за уважением, и отправили ее опять в Министерство обороны. Все, дальше не идет. Если только будет подписана эта постанова, тогда заводу возможность, то есть мы будем загружены как минимум на 2 года. Мы уже посчитали все это дело, там, ну... Сумасшедший объем работы. Тільки крейсером, тільки його переобладнання. Нашого завода не хватить для этого. Надо будет привлекать другие компании, которые будут в этом задействованы. ЮТЗ. Я прошу, у нас так багато часу, и нарешті є дзвіночок від слухача. Слухаємо вас. Будь ласка. Добрый день. Можно вам задать вопрос? Это завод 61 коммунар. Ответьте на вопрос. Вы нам обещали как текущую зарплату. Нам дали, получается, зарплату в марте месяце, за январь, за февраль. Обещали все время оплатить. Ее задерживают сейчас. Да потом обещали до мая месяца начинать, получается, выплачивать долги. Сейчас говорится совсем по-другому. Как на профсоюзном профсоюзе говорят, что будут сокращения идти, получается, и будет, получается, первое выплачиваться те люди, которые написали за свой счет, и получается, как идти под сокращение будет. А остальные люди, как получается, будут идти. И чего не выплачивается текущая зарплата? Дякуємо. Я вас прошу по можливості стисло, у нас буквально 2 хвилини залишилось, є ще одне питання. Текущая заработная плата будет выплачиваться, как только мы получим деньги от Министерства, от военно-морских сил за ремонты, которые мы выполнили. Мы сейчас документы сдали, сейчас они находятся в военной приемке, и это будет там в ближайшее время, мы еще один месяц закроем. Все остальное, вы совершенно правы. Я только что об этом сказал, вы, наверное, слышали, что мы начинаем гасить задолженность по заработной плате за деньги, которые дает Укроборонпром. Буквально вот уже в конце этой недели первые транши зайдут. Останнє запитання, але важливе. Вже кілька років періодично з'являється інформація про те, що корвет, єдиний поки що новий, ну, серйозний, скажімо так, великий корабель, якщо не враховувати бронекатери артилерійські, закладений у 12-му році, так, на Чорноморському судні, що добудовувати його будуть на Миколаївському суднобудівному, колишньому судну комунару. Які перспективи? Чи правда? Понимаете, по корвету мы в начале года все воспрянули, потому что госпрограмма была возобновлена, она была продлена, были расписаны годы, там первая сдача первого корвета в 2022 году. Надо понимать сам процесс. Технически. Его... А днями сделалась информация, что финансирования так и нет. Совершенно верно. Финансирования так и нет. Технически его невозможно спустить на воду на любом другом заводе. Он уже в том состоянии, кроме как Черноморский. Если же государство не хочет финансировать Черноморский завод, а именно эту программу корвета, пусть примет решение, кто его будет достраивать. Если это будет принято решение, что это будет 61 завод, 61 завод готов. Абсолютно готовы это сделать. Как это будет? Это все технически, это все решаемое. Решаемое. А решение еще новое? Нет, еще решение не принято. Я дякую. Час, на жаль, вичерпано нашої програми. Ну, в принципі, питань багато, питання проблемні. Будемо стежити за ситуацією. Напевно, будемо бачити. І сподіваюся, що буде про що приємніше розповісти. Дякую вам. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.